Всем привет. Вот принесли в ремонт такой вот увлажнитель воздуха Сакура. Я его включал. Непонятно, вроде бы что-то есть и не работает вообще. Сейчас разберем, посмотрим, что там. Ножками саморезы. Так, ага. Один треугольник, три крестообразные. Что у нас здесь не включается, в общем. Сейчас посмотрим. Так, блок питания здесь. Здесь включим. Проверим блок питания сам. Здесь блок питания подключен без выключателя напрямую. Так, это вход, выход. Так, вот шлейф питания. Посмотрим, выход есть, нету. Так, 28 вольт, 13, 3. Ага, здесь двухполярное питание, похоже. -15 и +13, 3. Блок питания живой. Почему он не включается? Так, сейчас прозвоним. Выключать. Сейчас выключу. Ставлю на прозвонку. Ну, похоже, вода попала немножко. Налет немножко есть. Но я протру все. Чуть-чуть налет есть. И вообще он здесь во влажной среде работает. Сейчас позвоню. Угу. Не то здесь. Ой. Не звонится между собой. Есть, нет контакта выключателя. Сейчас разберем, посмотрим. Thank you.
4 усика отогнуть надо. И будет видно, что там. Так. Влажновато что-то. Ого, лепесток весь окисленный. Здесь вот лепесток сниматься как-то должен. О, весь черный. Блеск появился. Во, блестит. Ну и эту сторону чуть-чуть надо тоже. Вот здесь в отверстие вставляется, почистим отверстие. Здесь тоже прочистим. Этот штырек, на который одевается отверстие. Так. Ставлю на место. Правильно работает здесь постоянно пар. Не горячий пар, а ультразвуковой, влажность большая. Ну-ка, сейчас прозвоним. О, есть контакт. Соберем назад. Вот сейчас усики на место загнуть. Проверим еще раз. Угу. Нету. Все, есть. Так, здесь что у нас? Здесь все нормально. Вентилятор можно проверять. Работает без воды пока, просто так кратковременно. Так, а здесь
Мне даст еще датчик здесь поплавковый. Мы сейчас сымитируем воду. О! Все. Загорелся синий. Вентилятор заработал. И воды наливать не буду. Надеюсь, работает. А вон на капельках пузырьки, видать, вон. Вон как будто кипит. Все, можно собирать. Так, можно проверить сейчас. Водички налить. Опа, поплавок сработал, поднялся. Включаю. Так. О, гейзер пошел. Все отлично работает. Все, всем пока.